очень злые и толстые люди. Внутри есть очень большая тревожность. Я вот как раз-таки во Франции был с докладом о том, что о депрессивных состояниях у подростков с ожирением. Очень сильный индекс тревожности, что у подростков, что у взрослых людей. Сильная депрессия. Это может быть маска одета, какой я добрый и благополучный. На самом деле это не так. Внутри сидит очень такой демон. И это видно в ходе общения, ну, близкого контакта. Ну, я не знаю. Ну, я, кстати, даже ни разу... Ну, есть и худые, и злые, и добрые. Я вот худой, добрый. Вот. Кто-то есть толстый, злой. Ну, всякое бывает.